Всем привет! Давайте в этом видео рассмотрим, как сделать кисти рук, варианты, из чего можно делать и как. Откроем сферу. И по стандарту Edit Make Polymesh. Посмотрим расположение по осям. Вот так вот. И давайте теперь вот так вот развернем. И Ctrl-Shift выровняем. Вот так у нас получается. Отключим флур и Ctrl-Shift перейдем на резку. Резку возьмем квадрат и вот так вот обрежем. Вот что-то такое получилось. Теперь включим, давайте, кривую. И вот так вот немножко ее подкорректируем. Можно теперь нажать Geometry и Make Polymesh. Modify Topology и Mirror and Weld. Pardon. Вот такая заготовка получается. Ее можно сделать еще чуть-чуть потоньше. Подогнать более-менее под кисть. И как теперь можно с ней работать. Выравниваем, Shift, левая кнопка мыши, и маской вот так вот выделяем. И с помощью Move можно вот это все вот так вот вытягивать. Это вот первое. Теперь снимаем выделение и просто вот это все Shift-ом можно вот так вот выгладить. Вот так вот. Также когда мы сделали вот эту заготовку, что еще можно сделать? Вот так она у нас выглядит. Снимаем выделение. И давайте заходим опять же в геометрии, в Zero Mesh. Посмотрим нашу сетку. Вот такая, полигоны у нее разные. Можно между ними переключаться. Вы это все уже знаете. Так, и теперь нужно сделать сетку однообразной. Как это можно сделать? Это можно нажать опять выделение и назначить Ctrl-W, одну полигруппу. Вот так вот. И потом можно использовать Zero Mesh. Чуть меньше его поставить. Жмем Zero Mesh. Заготовка еще пока легенькая. Сейчас вы посмотрите, как все изменится. Вот такая сетка у нас получилась. И теперь мы ее можем просто выгладить. Вот так вот. Вот что-то такое у нас получается. Вот так вот. Опять же, можно не прибегать к маске, а можно просто мов взять и вот так вот ее чуть-чуть вытянуть. А потом уже подкорректировать ее с помощью вот это вот мов изменяет, ну, кисть. Тоже можно вот так ее, или используя симметрию X, вот так вот уже корректировать. Ну, в принципе, это понятно. Так, теперь давайте рассмотрим, как с этой заготовки сделать пальцы. Опять же, можно работать маскированием. Отключим симметрию и давайте нарисуем маской палец. Можно вот так, можно распределить чуть-чуть вот здесь вот нарисовать его. И жмем Ctrl И. И опять же с помощью Move мы можем вот так вот, так, извиняюсь, и вот так вот можно с помощью деформации, допустим, size и по иксу, так, по игреку вот так вот вытягивать.
снимать маску и потом уже дорабатывать вот так вот выглаживанием, и потом вот по этой вот болванке уже лепить вот так вот. Опять же смотрите за сеткой, вы видите, что сетка разная, выделяете Ctrl-W. Так, что еще можно сделать? Когда вы начнете лепить вот по этой заготовке, вы видите, что ломка идет ужасная. Можно сделать ZRMesh и DynaMesh. Давайте сделаем, допустим, DynaMesh. Вот такая сетка у нас получается. И уже по ней мы можем уменьшить Draft Size и уже потихоньку вот уже что-то лепить, кости придавать. Уже у нас будет вот такая вот рабочая поверхность. Выглаживается уже мягче. Вот так вот. И вот потихоньку с помощью опять же Move вы можете палец вот так вот корректировать. Вот так вот. Использовать вытягивание, выглаживание. Поначалу все это, конечно, будет неказисто. Но потом, когда вы все это выгладите, нанесете мышцы, нанесете косточки всякие, как дальше работать? Вот когда у вас палец уже более-менее стал на палец похож, вот так вот придали ему вид, также можно вытянуть еще следующий. Опять же, используя маскирование. Уменьшайте Draft Size. Близко не надо к этому пальцу делать второй, потому что потом будет казус. Вы не сможете его ни выделить, ни что-то еще с ним сделать. И теперь вот чуть-чуть вот так вот в бок уводите. Так, теперь что? Опять же используете Ctrl-I и опять же делаете деформацию. Опять же по size, по Y. И вот так вот его вытягиваете. Смотрите на картинку, потому что пальцы разные по высоте, разная у них постановка. И вот так вот опять же все это повторяете. Все это уменьшаете, дорабатываете. Ну, в принципе, понятно. Потом, как идет изгиб. Когда вы уже вылепили кисть, вот у вас, допустим, вы вот так вот выделили. И вот теперь ротации можно вот теперь вот так вот повернуть и с помощью Move вот так вот его чуть-чуть косточку доработать. Вот такой будет изгиб получаться. И вот так же вы можете работать с выделением. Почему я сказал, что рядом близко не надо делать пальцы? Потому что когда вы будете выделять их, вы можете зацепить вот так вот следующий палец и уже с ним ничего не сделаете. Потом в процессе, когда вы уже их вылепили, вы можете просто их, ну, используя опять же маскирование, там вот так вот, допустим, сделать. И с помощью Move можете там подвинуть, отодвинуть, вытянуть. Это вы уже сами посмотрите, как у вас будет получаться. Используйте картинку, добавляйте более проработку, что можно сделать. И вот с помощью вот уменьшения зад, ну, я работаю на двойке, на тройке в основном, вы можете вот так вот уже придавать внешний вид пальцам, добавлять косточки, добавлять мягкие ткани, ногти,
Вот так вот. И вот видите, вы когда начнете работать, вам этот палец будет мешать. Вам нужно будет сделать вот что. Либо назначить ему полигруппу. Вот так вот. И каждый палец переключать вот так вот. Ну, это я слишком много взял, но вот по принципу вот такому. И потом вы можете также спокойно с каждым пальцем работать. Вот так вот. Добавлять, изгибать и так далее. Давайте рассмотрим другой способ. Это идет у нас кубы. Мы открываем куб и переходим in slides. Вот так вот. Опять же, смотрите, по X он будет, по Y. Вот, допустим, вы по X поставили, работать проще будет вам может. И вот так вот уменьшаете здесь, делаете ему внешний вид. Вот так вот. И делаете Make Poly Mesh. Так, отключаете теперь сетку. Вот что у вас получилось. Толстовато. Потом можно это все дело деформации опять же уменьшить сайзом. Так, это у нас по Y вытягивается. И по Z. Вот так у нас делается он тоньше. Вот что у нас получилось. Теперь мы делаем матрицу какую? Можно взять опять же этот куб Subtool, Append, нажимаем и выбираем этот же куб. Добавляем уже измененный. И теперь с помощью Move вот так вот вытягиваем. И давайте поработаем теперь деформацией. Так, деформация и size. Делаем по Y. Вот так уменьшаем. И по X. Вот таким образом. Это будет у нас типа палец. И вот так вот можно его изменять. Мы моделируем первый палец. Вот так ставим. Вот здесь он слишком большой. Давайте его уменьшим. Так, это у нас будет по Y. Вот так вот. И теперь с помощью кнопки Ctrl и включенный Move дублируем его. Вот так вот. Фаланга будет вот это у нас. Вот так. Все здесь опять выравниваем, подгоняем и опять же давайте сайзом чуть-чуть фалангу уменьшим. Так, теперь у нас опять повторяем то же самое. Вот так. Вот что-то такое у нас получается. И теперь смотрите, что можно делать. Теперь можно включить ротацию. И вот так вот палец чуть-чуть откорректировать. Включить вот так. Здесь выделить. И теперь подкорректировать тут. Все, когда мы палец смоделировали, вот в таком виде он у нас выглядит. Теперь мы можем уже им работать как? Можем его вот так вот выгладить. Это вот сильновато, конечно, но вот так вот. Здесь вот уже будет типа ноготь. И теперь можно с помощью ротации вот так вот его изменять. Направление, наклон. Можно выровнять, выделить вот эту вот фалангу и вот так его наклонить.
Можно также это работать с деформацией и так далее, с другими приспособлениями, инструментами. И потом потихоньку, опять же, с помощью МОВ повторяем вот такую комбинацию. Снимаем выделение и вот так вот его переставляем. Не забываем, что промежуток пусть побольше будет. Вот так все это будет выглядеть. Следите, как она где вылазит. Вот так вот. Сделаем на 3 пальца и давайте установим главный палец, большой наш. Вот так мы его вытянем опять же. И с помощью ротации можно вот здесь ротации работать, можно с помощью делать деформации. Это опять же вот ротация тут есть. Вот можем его палец вот так вот вертеть. И с помощью Move вот здесь мы его вот так вот прикрепим. И с помощью сайза можно его чуть уменьшить. Вот такой вот получается принцип. Вот такая рука у нас. И теперь, когда мы ее уже смоделировали руку полностью, мы можем все это объединить. Уже вы знаете, как жмем на куб. И давайте сделаем merge. Так, сначала переключимся, посмотрим, что у нас с выделением. Не забывайте снимать выделение. И на куб теперь и делаем merge down. Жмем ОК. Вот у нас теперь один subtool, с которым мы можем работать. Все, потом мы можем посмотреть сетку. Вот такая сетка. Набросать кое-что, а потом уже сделать DynaMesh и так далее. DynaMesh лучше делать уже в начале, до того, как вы детали будете прорабатывать. Потому что потом, когда DynaMesh делаешь, уже получается там кое-какие казусы и кое-что теряется, вплоть до, уменьшается полигонаж и так далее. Может, где-то я ошибся чем-то. Ну, я самоучка, так что строго не судите. Следующий способ можно также делать с цилиндров. И самый простой способ, это использовать уже готовые части тела. Это вот MM Depart. И нажимаем M. И выбираем, допустим, кисть. Вот здесь у нас руки есть, хвосты, ноги, так, голову собак. Вот она, кисть наша. Самый простой вариант. Это вот мы ее вытянули. И теперь можем сделать Ctrl-Shift и скрыть. Вот эту вот наш цилиндр скрываем, заходим в геометрии, заходим в Modify Topology, Del Hidden и все. Вот у нас кисть открыта тут, жмем Close Holes, объединяем и делаем одну полигруппу, допустим. Также уже по прошлому видео, как резать, добавляем дивайдов и продолжаем по ней работать. Вот и все. Это самый быстрый и простой способ. Ну, в принципе, все. Есть еще, конечно, варианты, но это я уже в следующих видео покажу. Слишком затянулся видеоролик. Все, до свидания, всем пока. Если пригодилась информация, ставьте лайк. Или пишите, задавайте вопросы. До свидания.